Привет, дорогие мои. Меня зовут Артур. Мы продолжаем играть Last of Us, то есть одни из нас. Мы находимся в этом неприветливом городишке. Здесь вместе с Биллом, другом или просто приятелем, который нам как-то обязан, мы ищем детали для машины, на которой мы можем отсюда уехать. Зараженных просто полно. Прорываемся мы с трудом, но в принципе у нас получается. Это, на мой взгляд, неплохо. Давайте же двигаться дальше. Дальше у нас по пути, похоже, будет школа, через которую придется пройти. А вы знаете, как я обожаю школы в хоррорах. А это, без всяких сомнений, хоррор чистокровный. Да, сейчас Что? иду. Что? Билл потерянный какой-то. Постоянно разговаривает сам с собой. Так, нам похоже сюда. Пусть он идет, а мы посмотрим, что там наверху. Может быть. Можете открыть. Да, подожди. Здесь слишком круто, чтобы проходить мимо. О, офигеть. Представляете, там детская кроватка. Какой кошмар. А здесь вообще вон двухъярусная. Для детишек лет 10, наверное. Пипец. Ох, Не, это, по-моему, перебор. Игра чересчур жестокая. Нет, это и в плюс, конечно. Меня такие моменты всегда цепляли. 4 октября. Школу... Ой, блин, чуть не упал. Школу закрыли насовсем. По радио сказали, хоть какая-то польза от этой эпидемии. Хватит с меня уроков и домашних заданий. Теперь у меня будет куча свободного времени. 5 октября. Мама с папой ссорятся. Не знаю, как у них так получается, но они кричат друг на друга шепотом. Мама хочет уехать к сестре, а папа говорит, что здесь безопаснее и что эпидемия сюда не доберется. Дурак, папа. 6 октября. Папа ругал меня за то, что я слушал радио. Он сказал, что эти новости сплошное вранье. Мама с ним согласилась и сделала храброе лицо. Но я все равно вижу, что она боится. И папа боится. 7 октября. Похоже, папа расстроился из-за вчерашнего. Он даже не ругался, что гаджет спал в моей постели. Зашел, погладил гаджета. Вздохнул и вышел. Я никогда его таким не видел. Пипец. 10 октября. Папа всю ночь успокаивал маму. Тетя Карен умерла. Я так расслышал. За завтраком они молчали и делали вид, что ничего не случилось. Я им подыграл. 15 октября. К папе подошел офицер Джонс. Они о чем-то шептались. Сейчас все только и делают, что шепчутся. Потом папа сказал, что мы уедем из города в новый дом, что военные нас будут защищать, и что я могу взять с собой только одну сумку. Мама так и села. 16 октября. Там, куда мы едем, с собаками нельзя. Мы отвезли гаджета на окраину города. Я снял с него ошейник и отпустил. На обратном пути папа твердил, что с ним все будет в порядке. Звериные инстинкты помогут ему выжить. Как же. 17 октября. Пора ехать, папа говорит. Будем надеяться, что они добрались. Будем надеяться. Можно тебя отвлечь на секунду? Что такое? Давай попозже. Ладно. Я бы выслушал. Ребенок сейчас нахапается, насмотрится, это же. Какой кошмар тут происходит. Ладно, пойдем же. Тихо. Чё, газовый ключ? Нет, бита. Бита явно лучше моей палки-копалки. Вот и школа. Что я говорил? Вон грузовик торчит из стены школы. Пошли. Ты посмотри, их тут сколько. Если начнется заваруха. Они близко, так что не шумите. То я попаду.
Да не топай ты, как слон. Твою мать, а что я сделал? Да япона мать, почему у меня... Я же вам говорил, что у меня шифт ломается. Походу, он и правда ломается. Не получается его. Блин, геймпад надо нового покупать. Навыки поп-копа, выручайте меня. Слоненок, уйди, пожалуйста. Стрела вроде целая. Отлично. Так подходит. Это, похоже, эвакуационные были. Так, сейчас мы дождемся его и грохнем с ножа. Давай тихо. Главное тихо. Хотя ладно, давайте так. Вертись ты так. О, черт. Или бегом, бегом! Кто? Откуда? Свали! Свали, негр! Откуда вы взялись вообще, мать вашу? Откуда ты взялась тут? Нате. Я думал, будет сложнее. Наверное, где-то еще засели. Хватит действовать наобум. Как туда попасть? На крыше автобуса лестница. Подсадите, я могу ее спустить. Так, хорошо, пойдем. Это было опасно. Они взялись просто из ниоткуда. Только не дай себя убить. Вот спасибо. Щелкунов тут, получается, вообще не было. Я, по крайней мере, не видел. Хорошо. Теперь нужно добраться до кузова. Черт, слышишь? Они идут. Быстрее, малявка. План такой. Заходим, хватаем аккумулятор и уматываем отсюда. Так давай быстрее тогда. Ой.
Ой, как не вовремя. Блин, меня отвлекли, как не вовремя все. А, свали, свали. Да я знаю, блин, меня отвлекли телефоном своим. Долбаные телефоны. Черт! Это не поможет! Билл, скорее! Тихо вошли. Толкай! Ну, ты скоро там? Пусто. Что? Аккумулятора нет, офигеть! Народ! Куда теперь? Билл, куда? Подальше отсюда! Живо, уносим ноги! Подожди. Давай быстрей. Давайте. Через черный ход. Вы двое. За мной. Я выведу вас отсюда. Пожалуйста. Сколько у вас там вообще? Блин, как все не вовремя. Да, двигайся, двигайся, двигайся. Тихо, 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 тихо. Что у него с головой? Это щелкун? Твою мать! Давай, Билл, давай. По коридору. Срежем через аудитории. Ой, блин, ой, блин. Все очень плохо. Так, ладно, живы пока. Живы будем, не помрем. Хорошо, лечимся. Чуть-чуть. Чуть-чуть осталось, я думаю. Похоже, через коридор можно пройти. Как угодно, лишь бы выжить. Всем лежать. Пока есть время. Хорошо. Справляемся, да? Несмотря на что. Помоги открыть. Ты готов? Еще раз. Давай побыстрее, пожалуйста. Давай. Сейчас набегут.
Подопрем двери. Давай матами. Долго не выдержит. Это не к добру. Офигеть! О, нет. Это что за хрень? Ах! Твою захря! Чего? Элли, прячься! Разберусь. И эти прут еще. Вот это вот полный пипец. Офигеть! Что-то мне не понравился этот товарищ совсем, честно говоря. Твою дивизию. Нате, жарьтесь-то. Валим, валим. Хорошо, и что с тобой делать? А-а-а! Вообще подходить нельзя. Ладно, ладно. Да блин. Вообще невозможно. А, бежим, бежим! Ты посмотри на этого засранца. С мягким знаком, тварь, на! Хорошо. Может, его не столько убивать надо, сколько... Сколько забраться, на самом деле, куда-то наверх. Он туда вот может. Что-то даже... Давай, погори маленько. Я знаю, тебе понравится. Его вообще пофигу. Эти споры. Блин. Да он себя это просто отрывает. Наконец-то. Все. Господи, почему он такой раздутый? Валить надо, Эль, валить. Давно болеет. Вот и разнесло, как утопленника. А, потому и топляк, ясно. Не хочу прикрывать ваш урок биологии, но давайте свалим отсюда. Нахер. Нахер так нахер. Лезем наверх. Подожди, мне нужно это, нет? Просто беру, потому что тут пробую. Но жизнь у меня и так полные были. Так, ладно. Пипец. Это тренер какой-то тут, походу, все это время сидел. Да. Давай. Летим наверх. Ага. Давай. Лезем, лезем. Джоэл,
твою мать! Зачем я это делаю? Ай! Прикрывай меня, идиот и кусок! Сейчас. Теперь что, уже у нас время есть? Подтяни! Все. Да уж, школа. Еще один повод ненавидеть школу в играх, в хоррорах. Сюда! Так, там кто-то орет уже. Здрасте, до свидания. Нас здесь перебьют. Еще одна лестница. Беги, беги, я за тобой. Давай быстрее, давай, 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 пошел. Пипец просто. Ну ты, живо! Да уж, лучше некуда. Так, ладно, я пойду осмотрю дом. Билл? Ничего не выйдет, все барахло украли. Да? И какой у нас план Б? Радуйся, что ты вообще еще дышишь! Это и есть план А, Б, В и даже Г! И вот что, пусть Тесс берет Про свою девку вообще молчи. И вместе с Заткнись, ней идет... понял? Боже. Это что, твой знакомый? Фрэнк. Что за Фрэнк? Мой партнер. Только этот дурак мог носить такую рубашку. Тот самый партнер, которого он потерял. У него укусы. Вот. И... Он явно не хотел превратиться, но и... Ага, не хотел. Да к черту. Полюбуйся. Даже бензин есть. Мой аккумулятор. Вот ублюдок. Вылезай. Свалить хотел. Вылезай. Хороший партнер. Ладно, садись. Аккумулятор сел. Но элементы живы. То есть? То есть подтолкнем, заведем, и тогда аккумулятор зарядится. Ты уверен? Ну ты же хотел план Б. Вот он, пожалуйста. Что делаем? Ты рулишь, мы толкаем. Слушай, это тоже мое барахло. Нормально. Теперь это мое барахло. Решил меня обокрасть и смыться? Так что ли, Фрэнк? Можешь обыскать дом. Найдешь дофига полезного. Это мысль. Дай знать, когда будешь готов. Сейчас. Сейчас посмотрим, что в доме есть. Народ там вроде на улице успокоился. Фрэнки, ну ты ушлый типок. Лечилок маленько. Круто. Это он тут жил, походу. Так. Первый пошел. Второй пошел.
Одна это. И все окей. Пистолетом что-то вообще не пользуюсь. Так, записи Фрэнка. Что ж, Билл, сомневаюсь, что ты вообще найдешь эту записку. До сих пор ты боялся даже заглянуть сюда. Но если ты все-таки это сделал, знай, ты меня достал. У меня уже в печенках сидит этот долбанный городишко твое самодурство. Я хотел от жизни гораздо большего, чем ты можешь ждать. Да, та чертова батарея, которой ты ныл, она у меня. Впрочем, в одном ты прав. Попытавшись уйти, я погибну. Но это лучше, чем оставаться здесь еще хоть на день. Удачи, Фрэнк. Психанул. Так, вроде все собрали практически. Вот на кухоньке еще лежит чуть-чуть полезного. И давайте заканчивать, наверное, на сегодня на этом. Школа была мое почтение. Ну, теперь мы, судя по всему, двигаемся из этого города. Но займемся мы этим в следующей серии. Эта серия была просто великолепна. А уж этот утопленник, или как там, топленник, или как они его перевели, я не помню. Короче говоря, серьезный был противник. Мы поумирали, но в итоге неплохо так его заломали. Мне понравилось. Надеюсь, понравилось и вам. Увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.